А что это такое сибирское здоровье? На этот вопрос нам приходится отвечать постоянно. Именно с этого вопроса для одних начинается путь к здоровью, для других – собственный бизнес или даже совсем новая жизнь, наполненная путешествиями и самыми разными возможностями собственного развития. Но как ответить на этот вопрос? Как показать наш богатый и разнообразный мир? Полтора года назад в Москве, Калифорнии и Сибири режиссеры, программисты, продюсеры и ученые приступили к реализации смелого проекта, цель которого — превратить научные достижения, продукты, путешествия, награды, географию бизнеса и даже личные истории успеха самых ярких лидеров — совершенный инструмент презентации, которому сегодня нет равных в мире. Результаты этой работы первыми увидели участники празднования 17-летия компании в Санкт-Петербурге. Итак, представляем вашему вниманию проект «Облако». Это программа, которая интегрируется в планшетный компьютер. Программа содержит данные о компании, бизнесе, продуктах, возможностях и международной экспансии сибирского здоровья. Регулярное обновление программы дает возможность пользователям всегда быть в курсе последних событий в жизни компании. Где бы вы ни находились – дома, в поездке, на событии компании – в вашем распоряжении всегда полный комплекс нужной и полезной информации. Программа представляет собой сочетание нескольких разделов, в каждом из которых структурированно хранится нужная информация. Контент максимально насыщен фактами, цифрами и важными данными. А теперь главное ноу-хау. Информация в облаке представлена таким образом, чтобы вы легко могли составить презентацию или провести мастер-класс именно для тех людей, которые находятся перед вами. Интересуют человека, скажем, научные подходы к проблематике современного здоровья. Одним касанием облако преобразуется в последовательную презентацию видео, статей и других данных на научную тему. Интересен бизнес? Следующее касание экрана и перед глазами истории успеха, рассказы о возможностях, обучающие мастер-классы и многое другое. Хочется узнать о путешествиях? Еще одно касание. Каждый из разделов облака построен на тонкой ассоциативной связи. То есть эта система сама подсказывает вам следующий возможный вопрос вашего слушателя и уже показывает варианты ваших ответов. Первыми доступ к системе получили профессионалы сибирского здоровья, которые вот уже несколько месяцев тестируют облако в настоящей работе со своими клиентами, чтобы сделать его максимально удобным. А разработчики тем временем также не стоят на месте. Сегодня их главная задача — сделать так, чтобы информация, интегрированная в облако, постоянно обновлялась и загружала в себя электронный каталог продуктов, новые фильмы и научные статьи. Чтобы информация была самой свежей и актуальной. С тем, чтобы в Америке и Азии, в Европе, в любом месте, куда бы вы ни пришли, вы были бы для всех самым интересным человеком с самыми яркими историями.